Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей Броскей, и мы приступаем к прохождению игрушки Сома. Играть я буду на PlayStation 4 Pro, игра попала ко мне по подписке PlayStation Plus. Все, я откладывал ее запись, но теперь время настало. Давайте не будем затягивать, начинаем. Уровень сложности. Режим игры у нас есть обычный. Есть безопасный и обычный. Удивительно. Я не запускал, признаюсь вам честно, игруху до этого момента. Я видел пару видео на ютубе. Когда она выходила, она не свежая игра, да, но тем не менее, игрушка достойна внимания. Вот, играла моя сестра. И я как-то подприметил, что она играла с подругой, у них осталось много интересных впечатлений, то есть они делились между собой. Я задал вопрос, понравилась ли им игра, мнения разделились, страшная ли она, в общем, одно другое. И что меня как раз и подвело к записи этого видео. Решил попробовать сам и непосредственно поделиться с вами своим мнением от увиденного, от пройденного, да, и... Думаю, вам будет интересно. Давайте начинать. Безопасный режим. Чудовища могут напугать, но не убить. Краситься не нужно. В вашей жизни ничего не угрожает. Не, ну так неинтересно. Мы будем играть в обычном. Чудовища могут вас убить, прячьтесь от них, чтобы выжить. Такой игра задумывалась с самого начала. Начинаем. Да, будет перезаписано то, что мы проходили девчонки. Теперь моя очередь проходить Сому. Долгая загрузка. Реальность — это то, что не исчезает, когда мы перестаем об этом думать. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Munchie? Why is there never enough time? For what? О боже. Видимо, он вспомнил, как они попали в аварию, судя по всему. Слушайте, ну окей, телефон, давайте. Так, с предметами можно взаимодействовать кнопкой R2. Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Так, до встречи через несколько часов. И с учетом того, что я только что увидел, мы не будем зачитывать диалоги. Они, в общем-то, переведены субтитрами. Я думаю, каждый умеет читать по-русски. Оп. Да нет. Не та кнопка, просто чтобы открыть двери и различные ящики, нажмите R2 и отклоните на себя аналог правый. Ну что я могу сказать, такого я не ожидал, что можно прям самому все потрогать, чтобы бросить, удерживая тело один. Ага, вот так вот, играет где-то музон. Так, маркер, где же ты? Слушайте, ну, прям физика предметов. Интересно сделано, можно... Ой, как вытащить расческу? Отсечи давай. Стоп. Предмет можно вращать, ага. Понял. Окей. Слушайте, мне начинает нравиться. Единственный минус то, что конечностей как бы нету персонажа. То есть они только что... Да ну куда ж ты... Куда ж ты? Я просто не ориентируюсь в пространстве. Не, друзья, не так мы будем проходить, но это просто по-другому сделать нельзя было.
здесь. Так, что тут у нас? Hey, голосовое? It's Jesse. You working this weekend or what? I knew there was something you were doing. Was it this weekend or next? Anywho, just shoot me a mail or something. Love you, miss you, mean it. End of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. I even sent an email to remind him, didn't I? Отправил, говорит, ему почту. Может быть, это у тебя память, как у рыбки. Так, а как закрытие? Ага, все понял. Не еще не до конца я освоился, но мне нравится. Прям, вы знаете, очень атмосферно сделано. Это не AAA проект, все-таки. Ну, знаете, он выполнен очень детально. Просто посмотрите. Парни, конечно, этот фильтр прям как у меня тут под столом, один в один. Единственное, конечно, разъемы на розетках другие. Ой, не-не-не, свет мы оставим. И квартирка у него ничего такая. Мне нравится, прям я вам серьезно говорю, с первых секунд игруха мне начинает нравиться. И это что за записка, чтобы вращать объект, опять же? Чтобы выйти из режима осмотра, нужно удерживать, нажать кружок. «Карта разума», Альберт Айзексон. Читать нельзя эту книжку? Чтобы прочитать текст, нажмите R2. Вот-вот. Неправда. А, наверное, вот здесь. Труд по анатомии человеческого мозга, положительно отмеченный критиками за доступность и содержание. В нем подробно описаны функции головного мозга и наше восприятие сознания. Узнайте, как ваш мозг зависит от тела и почему его нельзя сравнивать с компьютером, а также множество других увлекательных фактов. В этом издании включены две совершенно новых главы о развитии мозга и его влиянии на наше поведение на разных этапах жизни. Ну, вроде бы, как, знаете, казалось мне, что можно открыть эту книгу, но нет, положим ее на место. Тут что-нибудь можно? Давайте в телек. Да, телевизор, у меня теперь голова болит еще сильнее, спасибо, мозг. Но диск, my friend, вставай. Как тут? О, включить свет. Прикольный выключатель, он, видите, подсвечен, когда в темноте, короче, такой он, то ли фосфорный, я не знаю, то ли он люминесцентный какой-то, короче, прикол. Мощная отдача. Тоже. А, это DVD. Джон Хью, коррумпированный полицейский, работающий в Гонконге, однажды его жизнь круто меняется. Он встречает Эмбер, таинственную иностранку, которую держит в плену триада Золотого Дракона. Приготовьтесь к запрещенным приемам, ведь героям предстоит сразиться с триадой, полицией и даже сверхъестественными силами откуда-то из-под земли. Приготовьтесь к мощной отдаче. Окей. Так, с DVD взаимодействовать нельзя, там что-то оно само щелкает. Тут у нас еще какие-то журналы. Ну, в общем-то, я так понимаю, наша основная цель просто найти именно... О, фоточка какая-то. Такое впечатление, что у меня тут зафоткали прям на остановке конечной. Еще ничего не написано. Положи на место, а это что за фотки? Чаек, кофеек со сливками. Фотка какого-то таракана. Окей. Какие-то есть странные фотки. Тут ничего нельзя. Фотик. О! Ну окей, вращать его можно, но использовать как-то вроде как-то и нельзя, да? Опа! Флеха, стопе. Какой Андрюха употребил фразу, вообще никогда не использую. Только при записи видеоигр вы можете услышать такие слова в моем лексиконе. Что написано? Эй, ну ты что, дурак? Давайте отодвинем кресло, придется теперь лезть за флехой. Можно, кстати, бумажку тут. Вот у него тут, конечно, под столом. Так, что там? Давайте ее на стол кинем. Может быть, придется заюзать с компом. Тут что пишут? Ничего не пишут. Блокнот тоже похож на мои тут тетрадки, которые у меня на столе. С любовью, мама. Мама, скорее поправляйся. Ну, кто как не маман, всегда в первую очередь позаботится о сыне. Так, Ори
Гримор или что это, Букс Комикс. Ага, это визитка какая-то. Это что такое? Это просто фотка ног на песке. Я так полагаю, его. Чего тут? Чего тут пишут? Просто какая-то записка лаборатории, типа, это он с девахой. Возможно, та именно, которую мы видели в заставке. Ну, а это просто море у нас. Окей, что с компом? Сеанс на нейрографе. Новый рецепт. Ага, спасибо вам еще раз за согласие участвовать в нашем исследовании. Сканирование будет проведено в лаборатории Росе или Пейс в Торонто, но поскольку мы не можем влиять на их расписание, заранее предсказать время сеанса трудно. Я попробую назначить сеанс сканирования на субботу и свяжусь с вами, когда время будет подтверждено. Искренне ваш Дэвид Мунши. Что за новый рецепт? Уважаемый мистер Джаред. Я рада слышать, что головная боль мучает вас реже. Последние анализы показывают, что ваш мозг постепенно восстанавливается, но по-прежнему трудно сказать наверняка, когда он справится с травмой полностью. Кровотечения будут продолжаться как минимум несколько ближайших месяцев, и вам нужно будет периодически являться в больницу на осушение полостей, чтобы не создавать избыточное внутричерепное давление. Поскольку продолжительный стресс может привести к смерти, я выписала вам прозанин, чтобы проще было справиться с кошмарами. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по применению и следуйте ей. Постарайтесь как можно больше отдыхать. До встречи на следующей неделе. Искренне ваша, доктор Эрин Пик. Эй, мы не закончили с компом. Выходной в субботу. Что это за черновик? Кому? Джесси Гримуар, выходной в субботу. О, забыл отправить сейчас. Привет, Джесси. Поскольку ты, наверное, уже забыл, я напоминаю, что завтра иду к доктору. То есть, меня на работе не будет. Это значит, что тебе надо будет прибыть пораньше, чтобы открыть магазин. И распакуй, пожалуйста, те коробки за прилавком. Хватит о них спотыкаться. Вообще, знаешь, книги продаются гораздо лучше, если их поставить на полки, где люди их видят. Удачи, она тебе понадобится, Саймон. Ну да, вы уверены? Ну да, конечно, отправили, а как нет? Better late than never. Лучше поздно, чем никогда. Правильно. Тыкс. Слушайте, ну здорово, выходной в субботу, все это отправлено, больше мы тут ни с чем взаимодействовать не можем. Тут, кстати, подождите, тут написано, кстати, суббота 2 мая, 15 год. Эта игра, наверное, в 15-м выходила, я, честно говоря, не знаю. Что на флейке, можно ее? С компом совместить? Ну так точно не вариант. Summer's coming. Hope it's a good one. Скоро уже лето. Не-не-не-не-не, открой окно, ты чё? Ну, вид у него такой неплохой. Графоний, на удивление, мне очень нравится. Ну, то есть, я думал, как-то игра будет попроще, она выглядит очень здорово. А что будет, если рубануть свет? Экономия, типа, электроэнергии? Окей. Так, ну что мы тут еще можем сделать? Отодвинем табуретку, типа сядем, тут нифига, картохи подхавать, парни, святое дело, а тут что? Это что за пробирка? Какую-то фигню он, короче, пьет, давайте ее тут оставим. Тут у него на кухне как-то сильно темновато, может в холодос заглянуть. Он напоминает его холодос мой, тоже говорит, нет здоровой пищи, даже самая байда, у него даже на столе, блин, валяются вот эти от картохи там, и от напитков от каких-то, как у меня, блин, а еще вот в той фотке, где он на ноги на песок смотрит, там на штаны, короче, один в один, тоже такие есть, я просто в шоке, может быть, это моя жизнь, щит, нит. Тут не видно нифигища, вот он выключатель, вот я хотел уже ругаться, где просто... Итак, у нас еще тут письмецо какое-то. Зачитать его вообще как-то можно? Это целое, даже не письмецо, а целая пачка. Ключики возьмем, пока свет тушить не будем. Маркер я не выпил, это урна, я понял. Чтобы это туду, что нужно сделать? Отправить напоминание Джесси, забрать лекарства, цветы для похорон.
Знаете, кстати, я тоже себе доску хочу, реально мелом. Я думаю уже об этом с мелом, ну, уже несколько дней. Но, может быть, не обязательно мелом, знаете, есть такая, типа, маркером пишешь и стирается. Просто я использую очень много всяких записей, я постоянно пишу, ну, соответственно, в тетрадке или блокноте, и, ну, они очень быстро расходуются. А так, получается, ты сделал, стер. То есть, все-таки есть какая-то практичность в этой штуке. Вот, с мелом, наверное, просто мне, конечно, не так подойдет. Всякого барахла тут навалом. Я хочу выпить, ну, маркер просто. Как его найти? Что он вообще собой представляет? Тот маркер. Да закрой эту дверь уже. Да закрой ты уже, Андрюха, рот и иди вперед. Так, это что такое? Может мне с собой взять ложку? О, это для ногтей штука. Очечи. Опа, это что такое? Хукет. Робин МакКоннелл на крючке. Марк и Диана Миллер наконец-то нашли время на отдых. Им удалось сэкономить достаточно денег, чтобы всей семьей выехать на Гавайи в отпуск, о котором они так долго мечтали. Но когда первый день отпуска подошел к вечеру и на два Вайкики стало заходить солнце, рай Марка и Дианы превращается в настоящий ад. Их опутывают тысячи тонких струн, вышедших из глубин океана, кричащих от ужаса пловцов медленно затягивает в темную бездну. Вместе с ними в плен жутких щупалец попадает и их 7-летний сын Чарли. Роман на крючке полон мистики и жутких тайн. Оторваться от этой книги просто невозможно. Слушайте, ну он такие читает серьезные книженцы. Это не то, что мы ищем. Это не те дроиды, которых вы ищете. Андрюха порядок наведет, знаете, он вот так вот. Тут от кружки с кофе у него похоже, видите? Я не вижу реально этот маркер, где он может быть. Как бы мы можем уже выйти, по идее, но маркер, щит. Дело в том, что знаете еще какая штука это, что там, какая штука, вообще я понял, как подбирать предметы, но как их использовать реально пока что нет инфы. Это что такое? Молодая женщина погибла в автокатастрофе в центре города, пятница, 10 апреля 2015 года. Ну, видать, вырезка из газеты, это, видимо, его девушка, я так понимаю, Торонто. Вчера на перекрестке Блур-стрит и Спадина-роуд водитель внедорожника проехал на красный свет и врезался в другую машину. Как выяснилось позже, ее отвлекли находящиеся в машине дети. Все трое отделались ушибами, второй машине повезло меньше. Внедорожник ударил со стороны пассажира, а вот какая штука. И 23-летняя Эшли Холл получила травмы, несовместимые с жизнью. Она захлебнулась кровью в легких еще до прибытия скорой помощи. Водитель, друг погибшей, 26-летний Саймон Джаред, выжил, но получил сильные увечья и, предположительно, необратимые повреждения мозга. Водитель внедорожника, чье имя не раскрывается полицией, уверяет, что случившийся несчастный случай и избежать аварии было нельзя. Да ну как же, блин, нельзя. Козлы. Очень печальная на самом деле у нас тут ситуация. Так, это не то, что нам нужно. Он еще, получается, удерживает, только когда ты удерживаешь R2, как только ты отпускаешь, все. Мир кино, главный журнал о кинематографии, летний блокбастер, японская анимация, пикславы, трюки против компьютерной графики. Что такое бутылочное кино? Мощная отдача 2, безупречное исполнение на экранах с 13 декабря. Ну да, тут уже реклама идет следующего фильма. А подождите, еще что-то почитать можно? Ну вы ж видели, ляньте, там подсвечивает. О! Что это такое? Почему? Наверное, знаете, наши решили не переводить, видите? То есть текста нет, но это как обычно с локализацией. Никто бы не достал просто эту газету с под первого журнала, поэтому... А зачем? Ой. Я достаю немножко не тот...
не ту газету. Гляньте, можно нижнюю типа достать, а среднюю. Ладно, фиг с ним, это какой-то, мне кажется, глюк, что-то тут заморочился я сильно. Пора, наверное, ну ты берешь. Гляньте, я вроде бы как хватаюсь за ящик, а он его не открывает. Серьезно, может быть присесть? Да, нижний ящик нельзя вообще. Это самое. Вытащить по какой-то непонятной мне причине. С этим проблем нет. Но окей. С компом мы, походу, полностью все закончили. Где таблетки, которые он должен... А, может быть, они в ванной. Точно. Я думал, это выход просто сначала. Вот, а потом все-таки вдуплил, что это ванная комната. Так что тут, возможно, нам... Нам нужно больше света для начала, а потом... Можно и душ принять, конечно, да. Ага, когда вернусь, приму душ. Ну ладно. Так, а зубы чистить будем? Вот они, лекарства. Чтобы использовать имеющийся у вас предмет, нажмите R2, когда предмет отображен на экране. Ну давай. Feels like milk, but the taste, it's like sucking on a penny. Зубы чистить не будем. Зачем он хранит использованные эти, как они, зубные пустые, короче, зубные. Пустые зубные тюбики, короче. Точнее, тюбики из-под зубной пасты пустые, короче. Вы поняли, о чем я. Выбираемся отсюда. Реально просто мне очень было любопытно в этой комнате что-то нереальное. Прям вау. Все можно пощупать, потрогать. Ой, это мы уже в поезде. Я думал, заставка. Ходить мы не можем. Так, Джесси, ответите ли гримуар? Ну давайте ответим. Джесси. Hey, Simon, I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Matty from SNL? Guess you didn't hear. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah. Well. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Тут симпатичная деваха такая сидит. Долго мы вообще будем ехать в метро? Может, что-то можно сделать? Это может быть какой-то был психологический тест. Знаете, вот наподобие как Silent, когда ты там, допустим, куда-то смотришь или отмечаешь какие-то, или как-то раскрашиваешь книжку. Тут типа на кого ты, наверное, смотреть будешь дольше всего в этом. А в метро не... В метро не. В вагоне метро. А вот, возможно, Hello? Какие-то будут Dr. после Munchie? Этого. Последствия. Так, я просек, что тут все кнопки вот такие, и но не просек еще, что крестик это прыгать. Угу. Свет это хорошо, но мы откроем окна, а потом потушим свет. Правильно, лето пришло. Как-то так. Что на компе пишут? Пора сканировать. Пол, ты где? У нас есть несколько часов. Саймон, Джаред у меня. Надо делать сканирование. Я видел твой ноутбук у стойки администратора. Ты уже здесь? Срочно позвони мне. Приготовься. А привет, Пол. Я поговорил с Пейс. Наверное, давайте буду Пейс называть. С Пейс. Начнет насчет того, чтобы воспользовалась
воспользоваться лабораторией на этой неделе. Мне удалось забронировать сканер на завтрашнее утро и в пятницу. Не так много, конечно, но еще нам разрешили использовать под офис пустую стойку администратора. Так мы сможем запускать модели на их компьютерах, а если вдруг у них в расписании появится окно, сможем тут же получить доступ к сканеру. Я подумал, что можно прогнать завтра кое-какие тесты, например, отсканировать друг друга, чтобы пробовать оборудование. По идее, это не так сложно. А в пятницу, я надеюсь, доктор Эрин Пик уже пришлет кого-нибудь. У нее есть пациент, недавно попавший в аварию. Это интересно, Дэвид. Ой-ой-ой, подожди. И еще тут что? Все заперто. Это что? В лаборатории сегодня было окно. К сожалению, никто не сказал нам о том, что код доступа изменился. Я позвонил в охрану и даже поговорил с профессором Вэем, чтобы он вступился за наш проект. И меня наконец соединили с какой-то шишкой из юридического отдела Пейс, которая смогла заново дать нам доступ в лабораторию. Мне запрещено указывать код в почте и смс, так что я оставлю где-нибудь записку с ним на тот случай, если мы его забудем. Пол. Хорошо, я понял, что нам придется искать записку. Леха. И это что такое? Уберите скальпель, мозг может вылечиться сам. Мозг обладает потрясающей способностью к трансформации и пластичностью, позволяющей ему компенсировать последствия травм и даже залечивать их, объясняет Пол Берг, аспирант нейробиолог Йоркского университета Торонто. Именно это качество мозга и надеются использовать Берг и его коллега Дэвид Мунши, изучающий кибернетику. Главное – заставить мозг делать то, что нужно. Мы надеемся добиться этого простыми методами – тренировками, терапией и курсом приема слабых лекарств. Но Мунши и Берг не пытаются найти панацею. Их главная цель – найти оптимальный подход к каждому пациенту. Лечение они начинаются обследования больного и составления так называемой нейрограммы Накадзимы. Это как картина, на которой указано направление, объясняет Мунши. В отличие от статической томограммы, нейрограмма может показывать направление развития мозга. Пробы и ошибки. Речь, конечно, идет... Вот они, эти парни. Речь, конечно, идет не о долгосрочном прогнозе, а о нескольких ближайших миллисекундах. Но создав правильную компьютерную модель, Берг и Мунши могут испробовать на ней разные виды лечения, не рискуя нанести вред мозгу. Мы можем сымитировать передозировку более утоляющим во время марафона, говорит Берг. Это просто компьютерная модель. Мы можем позволить себе сотню неудач в лечении, но 101-й способ будет верным. И это оптимальное решение, найденное при работе над симуляции. Можно будет использовать в лечении настоящего пациента. Их проект пока что находится на ранней стадии, но он уже привлек к себе внимание лаборатории PACE, руководство которой пообещало выделить исследователям оборудование и рабочее место. Получить такую поддержку – большая удача, говорит Берг. Теперь нам остается лишь перейти от разговоров к настоящей работе. Ну, я, видать, испытуемый, к которому поплохело. Что у нас тут? Есть какие-то коды? Ну, там что-то есть. 2601. Может быть, это код? Это что такое? Ага, я понял. Это вообще какие-то китайские палочки. Нижний ящик. В нижнем ящике степлер. И какая-то байда. Компьютер рубануть мы не можем. Эти документы нашего героя мало интересуют, как и, в общем-то, эти растения. Может, попить водички? Эх, блин, расходуют воду. Кстати, вот эта тема крутая. Тут охлажденная вода. Этот кулер специальный, он просто бомбезный. Вообще идея, почему у нас такого нет. Ах. Может, я просто не бываю в тех местах, где есть такие кулеры. Так, а что с видом из окна? Ну, у нас даже есть там человек во дворе. Если то вообще человек, вот это вот. А, да-да-да, вот они ходят. Люди в черном, блин. Кстати, в кинотеатрах сейчас Man in Black идет. Вот вчера собирался залететь, но что-то, блин, не срослось.
не захотел со мной идти товарищ, и как-то мы как-то поменяли просто маршрут и разошлись. Так, This is the place, right? It must be. Let's just call Machi real quick. Так, позвоню-ка я Мунше. Great. Got his phone turned off. Выключил телефон. That's okay. I can figure this out. Конечно, справимся. Мы уже просекли просто. Записку 2601. Есть там, если там только цифры, то код я знаю. Нет. Dr. Munchie? Can you hear me? Hello? Посмотрим еще разок. Но тут мало предметов, с которыми как бы можно заморачиваться, поэтому... Да, вроде правильно, если это, конечно, про код идет история. Page 56. Как-то вроде бы написано крупным шрифтом, но почерк, блин, я не разбираю его вообще. Может, у пятерка 2501. Блин, не хочется мне туда как-то. Вот тут вот еще гляньте, что это наверх какие-то провода. Наш герой хоть бегает? Ага, чтобы бежать L2. Ну, похоже, сейчас мы будем бежать. Только я подумал, аптеку. Аптеку нет. Да возьми аптеку, не тупи. Подождите, мы еще к вам вернемся. И закрыть дверь, пошли все вон. Так, тут что такое? Какой-то шуруповерт, серваки. Крутой вот тут вот монитор, ляньте, там, ну, точнее, вот внутри экран, вокруг так мониками четко все забацано. Ого, там игла. Парни, вы чё? Вы чё тут творите? Ну, на мониках особо ничего. Посмотреть мы не можем. Так, а вот тут люди какие-то. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah. It's a study I'm doing with my colleague, Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction, to help people like you. Oh, did you, take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Так, начнем, как вы будете готовы. Ну, как бы сказать, что я готов, это ничего не сказать. Ну, просто, может быть, тут какой-то проводок мне еще потянуть. С собой на всякий пожар, ну so, ладно. What exactly are we doing? We're gonna do a scan of your brain. Then we build a computer model of it and bombard it with stimuli. The program will help us to quickly iterate your treatment plan until it's fully optimized. In short, develop the perfect treatment for your condition. So it's not just a study, this will actually help me. I should hope so. Otherwise this would be a huge waste of time. You know I have a serious condition, right? You heard about the car crash, the X months to live deal? Yes, I heard. Must be hard having to hear that. As you know, it's because your brain is weakened so much that it can start to bleed every so often. And if it ever gets real bad, it will kill me. Well, we probably can't restore your brain completely, but we should be able to make those X months turn into years, decades even. If you take care of yourself and don't do anything too crazy, we should be able to get you to outlive the best of us. I really hope you're right about this. Me too. This could make a huge difference for how we treat people with brain damage. So, what do you say? Should we get going? Sure. Let's get started. Take a seat. Ну, давайте начнем, действительно. Интересно, оказывается, нашему герою осталось жить-то несколько месяцев. Не все так просто.
Let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, David Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. В VR, наверное, было бы вообще просто потрясно это дело. Я, кстати, не знаю, выходила ли она для очков виртуальной реальности, эта игра. Вот, ну, такая вероятность, в общем-то, есть, потому что все-таки от первого лица, и проект достаточно известный. Что произошло? Это что-то свет потух. Мистер Мунши. Мистер Мунши? Знаете, это все у нас в голове. Это все у нас. Ох ты, блин. Чего служебная консоль, чтобы получить доступ в сайте Omni Instrument? Это сейчас так называется. Omni-инструмент. Служебная консоль. Установщик чипов в Omni-инструменты. Создавайте, настраивайте и оптимизируйте свои Omni-инструменты с помощью разнообразных программ, модулей оперативной помощи. Понятно. Тут можно свой Omni-инструмент улучшить. Ящик с инструментами. Чё-то я своего инструмента не наблюдаю. Кстати, надо не забывать, что я могу кидаться предметами. Тут какие-то специальные костюмы, может быть, мне их одеть. А это что-то уже нехорошее. Похоже на кровь. Автоматизировано. Откройте терминал со служебной консоли. Чё вообще этот доктор Мунш это натворил? Блин, мне не особо хочется туда выходить, я вам честно скажу, что тут можно... А, это мы уже рубильник этот включили. Так, дверь открыть пока что нельзя, придется нам тут что-то поискать. Кнопочку эту нажать нельзя. Блин, ну какие-то они здоровые, тут звуки явно присутствуют. Мне надо найти этот... Там, о боже, какой-то шорох, я уже просто на измене, мне... Чтобы бросить, удерживайте. Я понял. Мы сейчас будем разбивать окно стулом. Это реально подсказка. Монстры, говорит, могут вас убить. Да нахрена ж оно мне такое нужно? Это Dead Space, друзья, от первого лица. Да, вы знаете, не так-то тут все весело, как я предполагал поначалу. Атмосферненько просто песос. Я уже боюсь просто. Ну, я реально очень пугливый в последнее время. Раньше как-то я не так боялся, а сейчас просто измена колоссальная. Ну вот, можно дверь теперь открывать, закрывать. Но тут они могут, если что, через окно. Надо Omni-инструмент срочно найти, я понял. Без него тут явно нам будет гоплык. Слушайте, подгрузка прям...
Опа, дата бутер. It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can. Rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you to Theta safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. Они не могут проходить через двери, охренеть просто. Это чё, блин, скелеты в это? Не видно ни хрена, какой-нибудь фонарик бы. А давайте замажемся просто в этой фишке. Блин, реально очень стрёмно, парни и девчата, я вам признаюсь. Я на конкретно изменен. Единственное, что меня радует, что они не могут проходить через двери. Но тут-то как-то двери... Как-то есть, как-то нет. Я тут в Resident 2 играл, и мне было стремновато. Тут вообще просто... Офигеть. Еще я и поставил, монстры могут меня убить. Тут у нас, в общем-то, расписание автобусов. Ну, в общем, показано, как можно передвигаться, где что. Почему игра мне не говорит, что мне, например, делать? Вот, тачпад это какие-то предметы. Вернуться в игру и настройки, и что можно сохранить и выйти. Блин, может быть, самое время просто сохранить. Ой, это я баночки зацепил. Ох, эту дверь-то открывать-то совсем, совсем неохота. Но выбираться как-то нужно. Они их специально запечатали, видать. Чтоб не выпустить этих грёбаных монстров. Етить, колотить. Где тут свет вообще? Темно, как в заднице. Ну, есть такое выражение. Популярное. Возьмем-ка с собой. Ты ту хрень, ладно. Фантос. Фантос, блин. Это полный фантос. Это чё вообще за роботы собаки, гляньте. Ой-ой, ой-ой. Может, это друзья, она будет со мной дружить? Can you talk? Can you talk like the others? Why are you like this? You want some structure, Joe? Yeah, you do. So weird. Doesn't make any sense. I'm gonna shut you down now, okay? Yeah, you're creepy as hell, so I'm gonna shut you down. Ой! Хрена происходит! Обалденно просто! Стрёмно! Охренеть! Чё вообще, блин? О-о-о. Так, наверное, держите R1 и наклоняйтесь влево и вправо, чтобы на... А, чтобы выглянуть. Да нахрен мне выглядывать-то? О боже, как реально страшно. Па! Я просто ссусь. Ща меня зафигачат, я вам серьезно говорю. Я такой везучий просто до делов. Я уже на присядках просто нахрен
обделался весь. Вашу ж мать! Для кого я буду невидимым? Вот ты-то, блин, они наделали тут. Грёбаная сома. Какая ты страшная. Так это я еще монстра не увидел. Подождите, я его увижу, мне труба будет вообще. Я тут куда-то захерился. Вы слышите, кто-то ходит? Охренеть. Чё ж-то не видно, нифигища. Может, у нас тут вообще невидимые враги? Какая-нибудь карта, куда идти? Слава Alien проходил тут как-то на Xbox, на канале там выложены. Видео он не закончил. Я приблизительно понимаю, почему. Теперь стрёмно до усрачки просто. Омнитул, парни. Чтобы открыть список предметов, нажмите тачпад. Окей, я нажал. Записка. Омни-инструмент — это сложное устройство для доступа к компьютеризированным системам, а также интерфейс управления ими. В схему омни-инструмента входят алгоритмы и протоколы, позволяющие пользователю автоматизировать однотипные операции с помощью основных логических таблиц. Со временем омни-инструмент автоматически приспосабливает свои алгоритмы и к подсознанию пользователя. Чтобы оптимизировать работу и минимизировать ошибку, ввода омни-инструмент может передавать сигнал малой дальности, полезный для выполнения простых или автоматизированных действий, такие как открытие дверей. Для выполнения более сложных действий омни-инструмент необходимо физически подключать к рабочей станции или терминалу. Чтобы обновить свое устройство, просто вставляйте операторы в главное или вспомогательное гнездо. Главное гнездо оснащено разъемом стандарта C1121, позволяющим подключать к омни-инструментам большинство существующих энцефалочипов. Внимание! При подключении внешнего ИИ, встроенный искусственный интеллект, омни-инструмента будет отключен. Вспомогательное гнездо снабжено универсальным разъемом, совместимым с большим количеством управляющих чипов, включая модели А1, 113-398B, короче, А2, хай, какие-то маркировки пошли. Окей. Очень полезная информация. Я реально на измене. Сюда нельзя за полку забиться. Я буду всю игру на присядках ходить, я вам серьезно говорю. Ты чё, блин? Не пойму, оно шлепает, это ходит кто-то или это вот это гадость. Что за хрень? Тут вообще роботы плохие или кто?
У меня чипы, я на измене такой конкретной, ребята, я вам честно передать не могу. Просто дупло. Другого я сказать не могу, ну поперли назад тихонько. Там еще, говорит, выглядывать можно. Это чё вообще за хрень? Какой-то робот пугал там девку. Она говорит очень сильно. Ух ты! Что это было? Меня что там шарахнуло? Так я не могу тут пройти? А, могу. Офигеть. Я как-то обошел. Как-то я пришел не туда, куда мне нужно. Нахрен я вообще в этот тупик забрел? А, это дальше лестница вниз. Но мне, парни, пока что не сюда. Я говорю, парни, потому что просто только на вас идет идет этот самый надежда. Девахи, наверное, повыключали просто уже это. Как реально стрёмно. Чё это за хрень? Он так ходит еще просто, гляньте. Раз, раз. Можно вообще, блин, не шуметь было? Короче, за мной, похоже, будет какой-то робот гоняться. Вот это он тут, видимо, все и разломал. Так, мне в темноте надо ныкаться? Мне вообще надо ныкаться? Гляньте, я тут забился в угол. Или что мне? Он выломал просто двери. Металлические. Так, это та комнатуха, которая мне нужна. Ни хрена, это не та комнатуха. Да, они молодцы. Знаете, просто в чем прикол? В Резиденте ты знаешь своего врага в лицо. Тут ты не знаешь. И мозг просто за тебя, ты дурак, доделывает как бы основную часть работы разработчиков. Ты просто именно до усрачки пугаешься, даже когда ничего не произошло. Вот в чем просто фишка. Ну, а вот. Service console Upsilon 3, including pilot seat activated. Может, нахрен не надо ничего было активировать тут? Статус системы. Статус системы. Так, Эпсилон. Запуск. Настройки, внимание. Удаленный доступ запрещен. Внимание, серверы отключены. Внимание, подача основного питания приостановлена. Начать настройку. Хиу, ниу, чего это? Программа ненадежна, запрещена. Аварийные системы, осталось 13 дней. Чего? Это что такое? 3 прогресс. Кэш. Тета. Графики устаревшие. Развертывание. Объект Саймон Джаред. Последний скан. Авторизация Дэвид Мунши. Торонто. Операция недоступна. Завершена. Короче, я понял. Они нас отправляют сюда, чтобы эксперименты на нас какие-то, блин, ставить. Управляющий чип. Добро пожаловать, Луиза Мэрон, Эпсилон. Ваш умный инструмент находится в отличном состоянии, но в нем отсутствует управляющий чип. Без управляющего чипа вы не сможете получить доступ к наладочному набору, а значит, вам не хватит прав, чтобы покинуть станцию. Чтобы восстановить права доступа, вставьте управляющий чип и запустите процедуру обновления. Управляющий чип не вставлен. Обновить пока что нельзя. Энцефалочип, блин, я постоянно выхожу. Итак, добро пожаловать, Луиза Мэрон, Эпсилон. Ваш Омни инструмент находится... Так, нет, это не то.
Сейчас вы обслуживаете... А нет, это именно то. Ваш омни-инструмент находится в отличном состоянии, но к нему не подключен энцефалочип. Сейчас вас обслуживает стандартно встроенный искусственный интеллект, помощница Джейн. При подключении энцефалочипа встроенный интеллект будет отключен, а пользовательский интерфейс, интерфейс омни-инструмента может значительно измениться. Угу. Открыть ящик для чипов. Так, а что еще за ориентация? I'm here to tell you that's not gonna happen. Don't get me wrong, I don't want to get in your way. We need you guys to keep this place up and running, but there needs to be at least some level of security on these things. I don't want to hear you barge into some quarantined area at Omicron and just knocked out the whole place with some virus or whatever the hell they're doing over there. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors, basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do? You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really. My name is John Strohmeyer, Pathos 2 security operative. I got an office at Theta. Come see me if you got any issues. You can't handle yourself. Good luck. Да удача нам, похоже, понадобится. Так, какую-то коробку я тут... Ага, понял. Эй. Не надо чипами разбрасываться. Так, установлен один чип у нас управляющий. Обновить. Обновление кодов доступа. Управляющий чип обновлен. Отсоедините омни-инструмент. А чё, а больше не это? Не надо? Я нормально выбрал чип, интересно. Охренеть просто. Так, что мне можно делать с этим инструментом? Вообще, как его? Как его использовать? Так, кресло пилота The Epsilon. Выполняется. Что тут вообще выполняется? Создать сеть. Пилота отключено. Статус пилота. Пилот не найден. Пилот не найден. А вот он. Я пилот. Ребята, я пилот просто. Я пилот, но я не хочу выходить через эту дверь. Так. Ну что, друзья, наверное, на этом пока что мы первый эпизод закончим. Слушайте, ну игрух реально стрёмная. Ну продолжим в следующем. Надеюсь, вам интересно. Если это так, не забывайте поставить лайк. Потому что без лайков я не буду просто продолжать играть в эту игру. Она реально стрёмная. Я такого не ожидал. Сохраняемся и выходим. Всем пока.